А что вы думали, смертные? Что сможете меня просто так взять и одолеть? Я 10 долгих лет, пока сидел в заточении и придумывал план мести. И сейчас никто не сможет мне его сорвать. Да почему ты такая злючная кровосися? Ну мы же вернули тебе все бабки, ты почему вот эту бабульку с крыши столкнул? Ну все твое золото, все твое сокровище, которое бабулька сильной ветрянкиной все забрали вот это, мы тебе вернули! Ты зачем ее столкнул? Ваша бабулька врала вам все это время, и неужели вам ее еще и жалко? Ну а на этом моя месть не заканчивается. Следующий, кто полетит с этой башни, это Леночка. Надеюсь, вы успели с ней попрощаться. Не-не-не-не-не-не-не-не, стой, главное, кровосися! Твоя дочка же тебе ничего не сделала! Сделайте что-нибудь, не знаю, чтобы он ее столкнул с башни! Бабулька! Так ты жива, карга старая! А я знала! Я знала! Не зря я все эти 10 лет в кармане шапку вертолет носила! Я знала, что она рано или поздно спасет мне жизнь! Какая шапка вертолет в кармане? Ты Карлсон недоделанный! Эй, ты, кровосися! Не трогай мою дочурку Леночку! Милок, сдрысни в сторону! Ай, сдрыстываем в сторону! Давай, да, мелкий, доставай рогатку и стреляй по вот этой кровосиси пернатой. Стреляй вот туда. И больше сюда к нам не возвращайся. Так, бабулька, ты большой ма... Да чё же он кружит здесь над нами? Улетай отсюда нафиг. Так, ты молодец, бабулька. Ты... Ну это шляпка, шапка, вот это вертолет сейчас спасла нам всю ситуацию. Так, а с этой, а с Леной Ветрянкиной что? Я не видел с самого начала уже 3 серии, чтобы она в сознании была. Чё с ней не так, бабулька? Ты все это время с ней была. Что с ней произошло-то? Она все это время без сознания валялась, милок. Надо ее спасти. Так, да. Ну, суть, ну идите, позовите врача, позовите вот этого доктора, позовите, я не знаю, чтобы он сюда бы скорую помощь вызовите. Вот это нашему Леночке Ветрянкину надо позвать Леночку Ветрянкину. Подождите, а как мы врача врачу вызовем? Если Лена Ветрянкина единственный доктор в этом городе, как мы Лене Лену вызовем? Это так, план Б, как в старых сказках. Она же в обмороке, она же просто без сознания. Бомжара, ты ее как бы принц вот этот на белом коне берешь, целуешь ее как в сказках, и она 100% очнется. Я главное вот это, давай, бомжара, не стесняйся. Давай, да, подойди к ней ближе, поцелуй, прям как будто в последний раз, бомжара. Все получится, главное, верь в то, что твой поцелуй магический. Бомжара, слишком долго ее целуешь! Леночка! Ты жива? Где я? Что я? Какой сейчас год? Говняный сейчас год, Леночка, 2020-й, не вот это не год, а говногод какой-то. Так, жива, здорова, ты как, сколько пальцев показываю? Ты себя хорошо чувствуешь или нет? Очень плохо тошнит, кажется, я сейчас в обморок упаду. Надо врача, надо есть срочно врача, бомжара, почему во всем нашем городе всего лишь один врач? Кто первое вот это искусственное дыхание может ей сделать? Первую медицинскую помощь кто ей может оказать? Антибиотики какие-то ей вколоть, я не знаю. Не, мне ничего не надо вкалывать, я знаю, из-за чего мне плохо. Я вам просто не успела это сказать. И тебе, любимый, тоже. Я беременна. Кого ты, что ты, кого? Бабуль, одолжи шапку на минутку, а? Я ща приду. Бомжара! Лена!
Ну ты в следующий раз, когда будешь беременна, ты хотя бы не в такой вот, вот этой напряженной ситуации ему говори, то что ты беременна. А, ну конечно, ты же живой, у тебя вот, вот эта шапка-вертолет, да? Иди сюда, приземляйся, давай сюда. Так, все, пожалуйста, дать в этой серии больше никто туда не прыгает с этой башни. Я вас прошу, хорошо, пускай Бомжара будет последним, кто туда сиганул. И ты, мелкий, тоже, я знаю то, что ты любишь прыгать со вторых этажов. Доченька, я стану прекрасной бабулькой, а сына мы вашего назовем Афанасий. А почему сына? А ты-то откуда это знаешь, то, что у них сын будет, да? Ой, спалилась, походу, вот эта карга старая. Ну, я же ведьма, я все знаю. Испортила такой сюрприз, ну ты промолчать-то могла, бабуль. Ты в этой жизни перестанешь все портить или нет? Так, ладно, вот это... Леночка, я тебя люблю, мы будем с тобой прекрасными родителями. Вот это поворот, ёпсель-шумопсель. Так, ну давайте, когда вы родите там... Да перестаньте на детях такими вещами заниматься, ну здесь же мелкий. Ну вернётесь домой и будете целоваться. Так, чур, когда сын родится, я буду его крестным отцом, хорошо? Так, а сейчас руки в ноги, ноги в уши. Делайте, что хотите, главное, побежали за мной быстро. Так... Графа Дракулу мы на короткое время, но все же кокнули. Он 100% полетел к себе в особняк. Бабулька со своим вот этим зельем его ослабила на... Ну, ненадолго, конечно, но мы немножко сами время выиграли. Ты опять с крыши сиганул, мелкий. Все сюда в мэрию к этому, к бомжаре. Нам надо здесь устроить небо... А, так это же коляска Титикаки, да? Ну, ему она больше не пригодится. Вот ты родишь, Леночка, вот будешь своего вот этого Афанасия таскать вот этой коляске. Но не, давайте Афанасием мы его точно называть не будем. Давайте мы его назовем каким-то красивым именем. Давайте мы его там Эдуард назовем. А чё, не? Мне кажется, хорошо ему имя под... Все, давайте, заходите внутрь. Давайте, за все. Предлагаю Степа. Ну не, Степа, да, точно не Степа, мне кажется, Степа вообще никому не подходит, не. Гена! Титикака! Титикака! Давайте спускайтесь сюда вниз, давайте, сюда, быстро. Так, все в сборе. Так, Леночка, тебе срочно надо прилечь, ты беременна. Кстати, да, Гена, Лена беременна, если что, Титикака, ты тоже, если вдруг не знал. Так, ну у тебя кровати здесь вообще нет, получается, бомжара. На бильярдный стол, да, на бильярдный стол ложись, тебе вообще ходить нельзя, Леночка. Ложись, там лежи, все, через 9 месяцев я тебя разбужу, когда будешь рожать. Так, ну все? Мы все в сборе и все вроде живы, хотя бомжара и вот эта бабка Ёшка сегодня успели с башни полетать, но вроде как выжили. Ты, бомжара, глаза с нее не спускай, чтобы 9 месяцев здесь стоял и 9 месяцев за ней присматривал. Все, понял, бомжара? Ну, а мы с вами всеми прямо сейчас отправимся к Дракуграфуле. А чё вы танцуете-то все, а? Чему радуемся? Ура! Уи! Ура! Титикака! А чему мы это радуемся, я не могу понять. Вы чё пляшете здесь посередине комнаты, а? Ну мы же победили! Вот эта война с кровосисами закончена! Все комары-кровопийцы повержены! Пора устроить тусовку! Какую тусовку? Это Гена, ты вообще пенсионер. Подождите. Так не все кровосиси повержены. Граф Дракула же жив до сих пор. Его бабулька просто ослабила на какое-то короткое время. Он же полетел к себе в этот особняк. Вы чё раньше времени пляшете здесь? Он же сейчас сил наберется, вернется опять за нами и кокнет нас. Не. Так оно не делается. Пока у графа вот этого Дракулы мало сил, надо нанести финальный вот этот удар. Да что ты такой нудный, милок? Не дашь старости лет костями подрыгать, а? Бабулька, вот умрешь, вот там костями подрыгаешь. А пока у нас с вами есть проблемы, проблемы надо решать. Граф Дракула жив, и пока у него мало сил, надо его вот это притарабанить до конца, потому что он вернется, и тогда, бабулька, у тебя не будет шапки вертолета, он тебя скинет еще раз с башни, и тогда ты точно не выживешь. Поэтому...
Так, делаем вот так, как я сейчас скажу. Ты, бомжара, следишь за Леночкой Ветрянкиной. Ты, Гена, следишь за Титикакой. Остаетесь вот здесь вчетвером, не пропускайте кровосись. А ты, бабулька, Степа и Мелкий, за мной. Мы пойдем за графом Дракулой. Надо его кокнуть окончательно. Все, давайте, выходите отсюда и потопали. Мелкий, давай. А вам всем удачи, как бы. Ни пуха, ни пера. Надеюсь, что когда мы вернемся, вы все будете живы. Ага. Фух. А, стой, подождите, я коляску забыл. Хоть ты не скоро родишь, Леночка, но в любом случае коляска пригодится. Ага, все, побежали. Опа. Пешком мы сейчас идти не будем, поэтому предлагаю засандалиться вот этот гроб на колесах, ага. Давай, рассаживаемся, Мелкий, запердахивайся. Поехали. Так, ребят. У нас с вами есть, вылезаем с машины, у нас с вами есть 2 минуты, чтобы подготовиться и отправиться вот в тот особняк графу Дракуле. Короче, быстро, ты, Степа, у тебя есть какое-то новое заклинание, с помощью которого можно вот этих кровосись изгонять? А ну, показывай быстро. Ага, поставил, давай. Кровосисикус, вампирикикус, апсиратикус. Ну, неплохо, иди дальше, тренируй вот эти все заклинания, Мелкий, ты сделай мне патроны с солью, потому что в моем дробовике и в моем вот этом пулемете нет вот этих патронов, все, давай, а ты, бабулька, подойди сюда, а ты сделай самое мощное зелье, которое у тебя есть, мы прямо сейчас, сегодня должны поставить конец графу Дракуле и кокнуть его окончательно. Ой, милок, ну я спешу тебя немножко разочаровать, как бы. Но у нас с тобой ничего вообще не получится. Это еще почему, а? 10 лет назад я перепробовала все существующие способы, чтобы убить графа Дракулу. Но, к сожалению, ни один из этих способов не работает. Прям вообще. Ну, не. Каждому есть свой подход. Каждый как бы не может быть бессмертным. Я вот это 100% уверен, то, что есть какой-то способ, чтобы кокнуть графа Дракулу. Ну, что-то же есть, можно же что-то придумать, бабуль. Нет, милок, граф Дракула полностью бессмертен. Ладно. Но мы что-то придумаем, на этом останавливаться 100% нельзя. Мелкий, давай, прыгай! Опа, на! Патрончики сделал? Давай, выбрасывай прямо сейчас. Ага, патрончики сюда и патрончики сюда. Перезаряжаемся. Бабуль, все будет отлично, я тебя уверяю, то, что мы справимся. У графа Дракулы очень мало сил. Все готовы? Это Степа, ты готов? Ну тогда давайте за мной быстро. У нас очень мало с вами времени. Вы же все понимаете, то что или сейчас, или больше никогда у нас не будет второй попытки. Это единственный шанс, когда мы можем его кокнуть. Поэтому соберите, пожалуйста, всю свою силу в кулак и давайте за мной. Так, давайте, не отстаем. Все сюда за мной, все сюда в эту сторону. Мать меня зачем на эту планету родила, а? А вы-то когда успели из космоса вернуться, комары кровосиси? Я же вас в предыдущей серии на вот этих шариках в космос отправил. Не дрыть кровосиси. Вот здесь. Вот здесь есть подсказка. Запердосось вот туда. Вот тыкни туда. И посмотри, что было в предыдущей серии. Вы прекратите когда-то свой вампирский тикток ролики записывать. Ну не зря у меня есть патрончики с солью. Ага. А ну быстро, все по домам разбежались! Давайте, чтобы я вас здесь последний раз вот это видел! Кровосиси эти пернатые! Я с этой стороны вот эти шарики, чтобы камеры вот эти нафиг вот это на Алиэкспрессе продам! Стреснули отсюда быстро! И больше сюда не возвращайтесь! Все, можете выходить, давайте сюда. Конечно, спрятались от такого дурдома, от этих кровосис. Сдреснул отсюда, я тебя третий раз повторять не буду, я вижу, ты там за кустами прячешься. Все, быстро сюда, за мной. Надеюсь, мы больше этих тиктокеров в жизни не встретим. Все сюда, я уверен на 100%, то, что этот граф Дракула спрятался здесь, в своем подвале. Давайте прыгайте, бабулька, ты главное кости не сломай, когда со второго этажа прыгать будешь.
А, ну да, ты же умная, у тебя же вот эта шляпа вертолета, ага. Все, давайте сюда за мной, аккуратно, в любом случае, смотрите по сторонам, фиг его знает, что он здесь может ожидать. А мы за тобой пришли, кровосися, главное, сюда на нас в глаза нам посмотри, сюда смотри, сейчас свет мы включим. Чё ты сейчас будешь делать, а? Вам меня не победить! Вы мне ничего не сделаете! Я бессмертный! Ну это ты так думаешь, что ты бессмертный. Мелкий! Готовь рогатку, бабуля! Готовь вот это заклинание, Стёпа! Готовь вампирикус, абдристакулус, вот это! Готовь свое заклинание! И... давайте! Бессмертный он получается, да? Сейчас мы это посмотрим!